В дни своего визита в Грецию патриарх Кирилл посетил и русскую духовную пристань на Афоне, монастырь великомученика Пантелеймона, где возглавил торжественную литургию в главном соборе русской обители. Его святейшеству сослужил митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Милецкий апостол. Сила Афона в молитве. Патриарх Кирилл молится вместе со всеми. Митрополиты, братья афонских обителей. На службе присутствует его духовник схиархимандрит Илий Ноздрин, а также политик, полпред президента России Александр Беглов, который сопровождает патриарха в паломнической поездке в Грецию. Торжественное богослужение проходит в Пантелеймоновом монастыре. Это один из трех и самый большой русский монастырь на Афоне. Да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Русский Свято-Пантелеймонов монастырь основан на Святой Горе еще во времена крещения Руси. Сейчас там проживает около 70 монахов из России, Украины и Белоруссии. Возглавляет братья 97-летний игумен Иеремия. Монастырь славится своей библиотекой, хранящей более 20 тысяч книг и рукописей, включая уникальные экземпляры 9 века. Этот святой полуостров – место невероятного духовного опыта и столь же сильного притяжения как для православных, так и для инославных верующих, а порою и еще не прикоснувшихся к вере. В завершении литургии в обители предстоятель Русской Православной Церкви обратился ко всем участникам богослужения. С особым чувством совершил я сегодня божественную литургию в этом храме, в центре нашей духовной жизни Пантелеймонова монастыря, где многие поколения иноков, предстоя пред Господом, постоянную творили молитву за Отечество наше, за народ наш, за спасение душ человеческих. Афон, отделенный от всего мира, уже чисто природно являл всегда некую духовную неприступную крепость. В самых тяжких обстоятельствах исторических. Здесь, несмотря на агрессию, оккупацию, и различного рода военные конфликты, теплилась свеча православия и молитвы за весь мир. И сегодня у Афона, как и прежде, особая миссия.